температуры не было, сыпи на коже никакой не было. В каждой квартире потенциально зараженные корью, пока лишь контактные с заболевшими. Всего врачам для проверки нужно обойти 308 квартир. В 52 пока попасть не получается. Врач из поликлиники, медсестра, обход по контактным кори. Корь – чрезвычайно заразный вирус. Передается воздушно-капельным путем, протекает в острой форме. Инкубационный период он от 7 до 21 дня, ну и, соответственно, есть еще период скрытый, когда нету сыпи, так можно сказать, что когда невозможно. Поэтому вот эти 28 дней мы обязаны за пациентами как раз-таки наблюдать. Первоначально это катаральное явление, то есть это подъем температуры, недомогание, соответственно, там конъюнктивит. На 5-7 день появляется уже высыпание. Последний раз корь в Алтайском крае регистрировали в 2015, 2018 и в 2019 году. То, что сегодня корь вернулась, говорит о том, что мы выходим из пандемии коронавируса. Вот сейчас период, когда уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции снизился, мы возвращаемся в формат естественного классического взаимодействия большого количества вирусов, который в свое время потеснил коронавирус, и человека. Сегодня в регионе корью болеет не больше 10 человек, по официальным данным. По словам главного эпидемиолога, жители края привезли инфекцию из Новосибирской области. В соседнем регионе выявили уже почти 50 случаев заражения. Из-за этой вспышки Следственный комитет России даже начал проверку в Новосибирской области. Известно, что основная масса заболевших – цыгане, которые пренебрегают прививками. Вообще от кори вакцинируются дважды – в 1 год и в 6 лет. Людям, которые не помнят, прививались они или нет, советуют тоже поставить вакцину, даже во взрослом возрасте. С момента первого эпизода внедрения в практику вакцинации, это были 70-е годы, уровень заболеваний сразу упал в 3 раза. А после того, когда вакцину против кори завели в календарь профилактических прививок, заболеваемость снизилась практически в 330 раз. Вакцину мы начали прививать корь системно с 1995 года. Практически больше 25 лет мы уже прививаем. Поэтому на сегодняшний день иммунная прослойка в крае составляет 96%. И вот эти 4%, как правило, дают нам взрослые. И несмотря на то, что даже если кто-то знает, что он был привит когда-то, но нету прививочек, мы иногда не можем, к сожалению, убедить человека. Он сидит дома, это домохозяйка, она имеет право действительно выбора не прививаться. Таких людей у нас немного, и мы стараемся с ними работать. Врачи говорят, что сегодня почти все заболевшие корью были не привиты. На этот счет у антипрививочников есть свое мнение. Считаю, что при любой инфекции вирусно-бактериальной, то, как она будет протекать в организме, зависит во многом от иммунитета. Хотя, по словам специалистов, конкретно вакцина от кори уже хорошо испытана и легко переносится. Вот тогда, когда у нас возникают случаи заболевания корью, вот тогда-то мы этих антипрививочников видим прямо в лицо. И у этих антипрививочников очень интересно, если они сами не привиты, родители привиты, вторая половина может быть привита, но дети не привиты. И когда антипрививочники, не имеющие ни одной прививки, начинают болеть, а болеют они достаточно ощутимо, оно очень быстро мотивирует людей на то, что все-таки надо прививаться. Мы всегда говорим, вот вы взрослый человек, тяжело болеть, а у вас еще 2 детей. Ведь ваши дети будут болеть так же. Тут же готовы все прививаться. Паротит, краснуха, дифтерия, полиомиелит, столбняк – эти и другие болезни, которые могут привести к смерти, сегодня контролируются человеком с помощью вакцины. Что касается кори, она, конечно, лечится успешно, но приятного, согласитесь, все равно мало. Поэтому сегодняшняя вспышка – хороший повод заглянуть в календарь прививок. Ведь на смену одной инфекции обязательно придет другая. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком.